выходят, дело звезды этого турнира. А Ольга Капранова уже победила в двух финалах, накануне выиграла в многоборье. И вот я говорил о том, что каковы же были сравнения оценки Ольги и Веры Сесиной в предыдущий соревновательный день. Так вот там, в трех случаях, Капранова получила больше, только в одном. Большую оценку заработала Вера Сесина. Сегодня у нее еще остается шанс улучшить ситуацию. Это будет попозже. А у нас еще один вариант танго. Вслед за Каролиной Вебер. В этом же жанре выступает Рина Кикас. Обратите внимание, какой ровный шум. Аплодируют все, судя по всему, собравшиеся в зале зрители. Но никаких взвизгов, выкриков. Просто впечатление, оставляемое выступлением этой гимнастики, действительно какое-то ровное.